Получатели услуг Центра социального обслуживания населения «Вера» приняли участие в мастер-классе «Новогодний декор» и своими руками научились создавать праздничные украшения для дома. Подобные занятия в центре проходят уже не в первый раз. В последнее время в «Вере» заметно увеличилось количество разного рода кружков, начиная от спортивных и заканчивая кулинарными. Пожилым людям нововведения пришлись по вкусу. В этот раз им было предложено смастерить новогодние букеты из веток голубой ели. Украшали их елочными игрушками, лентами, бусами, дольками высушенного апельсина и палочками корицы. Я вообще люблю заниматься такими делами, поэтому мне очень нравится. Очень интересно, сам не придумаешь. Надо что-то посмотреть, как это делается, как это. Очень любопытно, я с удовольствием этим занимаюсь. Насколько трудно вот это все делать? Трудно, я не знаю, для меня это не трудно, но очень хорошо. Прийти домой, вот сделать такую штучку. Мастер-класс был разработан в рамках трудотерапии пожилых людей. Он способствует улучшению моторики. Это и увлекательно, это развитие моторики, это успокаивает, это их заинтересовывает. И я думаю, что для них это не только времяпровождение, но и приятный досуг среди близких друзей. Представители цветочного ателье, которые помогли в организации мастер-класса «Новогодний декор», во время проведения мероприятия украсили центр цветными шарами. С таким количеством праздничного убранства у каждого получателя услуг точно появится предновогоднее настроение.